ДТП со мной произошло 12 августа, в среду, где-то в районе 12 часов, врезался автомобиль, или там броневик, или что, короче, правоохранители наши, и пострадала девочка. Причем забрали, ОМОН налетел с дубинками, разбил в машине стекла, отца выстегнули из машины, еще и забрали. Первое, что мне пришло в голову, это просто распечатать фотографию этой девочки и идти в центр. Ну, я написал, если вам нужна кровь, берите мою, но не трожьте детей. Вышел к нашему Бронинскому горосполкому, ну, я просто перед ним встал на колени. И из здания горосполкома вышел мужчина в штатской одежде, подошел ко мне, ну, сказал, пройдемте. Я не сопротивлялся. Спустя пару минут поезд завели. Около 2,5 часов на скорую прозвали, но приехала женщина лет 50, сразу сказала, я этого забираю и этого забираю. Одной девушке были порваны связки на ноге, как потом оказалось, во время задержания. Но мы ей не могли даже найти место, чтобы ее как-то расположить. Мы просили вызвать ей скорую, потому что среди нас потом позже оказались медики, которые волонтерили, ездили, помогали как протестующим, так в принципе они были не против помогать.